Всем здравствуйте. Мне 34 года. Я хочу тоже засвидетельствовать о своей жизни. Мой номер Сергей, ам 34 диан. Вряса в повестящего чела. И хотя я еще очень молодой, поверьте, в моей жизни были моменты, которые я не пожелаю пережить никому. Потатика сум тинер, дар, а мабут, аша моментем вяца мя карену или дори не мануй. Говоря в двух словах, я могу сказать, что в прошлом я бывший нарко- и алкозависимый. Говорим по скорбь, просто спрон, когда я был депендент де дрогу и алкоголь. Начал употреблять в раннем возрасте и уже достигши 23-летнего возраста. А мы теперь после фокусного вырска фрагеда, и когда мы ожунся, 23 дня. Я просто мечтал о смерти. La acești 23 de ani, când am ajuns deja, am început să mă gândesc la moarte. Aveam gânduri care mă posedau despre sinucidere. De la mine s-au întors toți prietenii. Даже родственники от меня отвернулись. Чар, рудили саунтор дела мне. При росте 1,82 м я весил 50 с копейками килограмм, когда меня в больницу уложили, 53 килограмма. А вям на теме, где 1,82 м, дар кантарям, но май 50 чего де килограмме. У меня гнили руки. Держал он путрезял мынили. И я сам себя ненавидел. Ще я мочепут сама урез пе мене инсун. И у меня уже опустились руки, потому что я искал выход. Mi s-au lăsat mâinile în jos pentru că eram în căutare. Я лечился в больницах. Am căutat, m-am tratat la spital. Меня возили по разным знахарям. M-au dus la diferite oameni care vrăjitori, ghicitori. Пробовали разные экспериментальные методы. Și au experimentat diferite lucruri pe mine. Но ничего не помогало, я опять возвращал. Dar nimic nu ajuta și din nou mă reîntorceam la același. Зависимость была намного сильнее моего желания оставить. De această dependență era cu mult mai puternică decât dorința mea de a părăsi aceasta. И вот в 23 года, находясь в больнице. Și iată, la acești 23 de ani, pe când mă aflam în spital. С мыслями о смерти. Cu gânduri deja despre moarte. В эту больницу пришли ребята. În acest spital au venit niște băieți. И увидев меня, сказали, дружище. Și m-au văzut și au spus, prietene. У тебя есть шанс. Tu ai o șansă. Я их спрашивал, что за шанс? Eu i-am întrebat, dar ce fel de șansă? Я уже, по-моему, все перепробовал. Pentru că eu deja am încercat cam toate. Они сказали, что у тебя есть шанс принять Иисуса в свою жизнь, и Он даст тебе свободу. Și ei mi-au spus, dacă îl primești pe Domnul Iisus în viața ta, El te poate elibera. В своей жизни я уже в 23 года подошел к краю пропасти. Pentru că la acești 23 de ani deja înțelegeam că am ajuns la marginea prăpastiei. И мне терять уже было нечего. Și de fapt nu mai aveam ce pierde. Я подумал, ну, попробую еще. Și știți ce m-am gândit? Oare puțin am încercat eu, să mai încerc și asta. С того момента прошло уже больше 10 лет. De atunci au trecut undeva cam 10 ani. И я ни секунды не жалел о том, что тогда я все-таки позволил Иисусу войти в мою жизнь. Și acum pot să spun că nu regret deloc că i-am permis Domnului Iisus să vină în viața mea. Потому что мне сегодня 34. Pentru că azi când am 34 de ani. У меня есть семья, у меня есть жена, у меня есть ребенок. Deja sunt căsătorit, am soție, am copil. Я живу, у меня возобновленные отношения с моими родственниками, с моими друзьями. Acum pot să spun că trăiesc. Am relații bune cu prietenii, cu rudele. И это все потому, что однажды я сказал Иисусу «да». Și asta pentru aceea că atunci i-am spus lui Iisus acest «да». И в этом парке находится очень много молодых людей. În acest parc văd mulți tineri. И мне хотелось бы обратиться к каждому из них. Aș vrea să fac o adresare pentru fiecare. Просто посоветовать не ждать в своей жизни момента, когда все у тебя уже разрушено. Și pur și simplu să vă sfătuiesc. Nu așteptați momentul ca să ajungeți la marginea prăpastiei. Потому что для того, чтобы жить счастливой жизнью, для того, чтобы принять Бога в свою жизнь, не обязательно подходить к краю пропасти. Pentru că ca să ai o viață fericită, având-L pe Dumnezeu, nu trebuie să aștepți să te apropii de marginea prăpastiei. Так, как это было у меня. Așa cum a fost cu mine. Поэтому я желаю всем действительно задуматься о своей жизни, о бытие. Для чего я лафи?